Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон Евгений, уже не лысый, к сожалению, уже мы не сможем его так обзывать. Но добро пожаловать в новую серию импровизации, импровизации в Майнкрафт. Здорово. Да, ребята, всем привет, и мы ждем от вас лайков, если хотите, конечно, увидеть новую серию. А если лайки не поставите, то не будет. Вы молодцы, на прошлой серии поставили, но на этой также нужно обязательно поставить, поэтому ставьте прямо сейчас. Вот. О, молодец какой! А кто не поставил? Не молодец, поставь. А мы погнали, короче, Евгений, понимаешь? Я надеваю новую. Надевай лабуду, начинаем. Ну что, мы с тобой будем приступать или не будем приступать с тобой, понимаешь? Готово? Да. Только не ори. Ты меня спрашиваешь? Не ори. Ты давай знак, типа, я тебя спрашиваю. Третью серию прошу, не а орать. Я тебя понимаю. Не ори. Ты сейчас не ко мне. Не ори. Ты сейчас не ко мне! Не-не-не! Нельзя! Со мной ты не разговариваешь! Нельзя орать! Третью серию. Три! Убавь! Убавь звук! Но это сложно! А ты постарайся! Ну я стараюсь! Ты взрослый мальчик! Я стараюсь! Вся жизнь в твоих руках! Нормально вот так? Нет! Еще до сих пор громко? Да! Даже сейчас? Даже сейчас! А куда еще? Даже сейчас! Еще тише! Ладно, в сраку! Садись давай! Все, я могу! Можешь! Хорошо. Мне кажется, ничего не помогло! Я все равно буду орать! Ты все равно орешь! Иди! О, это я люблю! Это для меня! Я знаю, что ты ребенок, но это подожди! Это детская площадка! Нет, подожди, подожди, ну, да, подожди. Да, да. Город, это город! Это двор! Город, это город! За двор! Воронеж, наверное! Это Воронеж, наверное! Воронеж, это Воронеж! Понимаешь? Я понимаю! Челябинск тогда! Это мой двор, тут карты! Челябинск! Это мой дом! Челябинск! Школа! Воронеж! Ты пускай он сам выбирает что-то. Воронеж или Челябинск, мне не важно. Это то, что я понимаю. Город. 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 Большой двор. Город. Большой двор. Город. Школа. Город. Город. Школа. Город. Ладно, пускай будет район покрыт. Я слышу школа. Двор. 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 Мне сюда идти. Двор. Нет. Двор. Это двор. Это все город! Когда я говорю город, он говорит двор! Когда я говорю двор, он говорит город! Детская площадка! Ты шизофреник! Детская площадка! Нет! Двор! Город! Окей! А что это? Иди в сраку! Не важно! Иди в сраку! А, все, я могу идти дальше! Да, можешь идти в сраку! Куда мне идти? В сраку! А? В сраку! Да, я могу идти дальше! Ты меня заколебал, в сраку иди! Не могу! Могу, не могу, ты уже идти! Могу! Вот сюда! И? Смотри! Ты можешь идти! Сраку! Мне! Поперек! Сраку! Мимо домов! Смотри! Мне забор ломать! Сраку! Перепрыгивать! Перелетать! Сюда, смотри, сюда! Сломать нахрен забор! Смотри! Сраку иди! Камера! Мне камеру бить! Ты сюда смотри! На руки мои! Руки! Смотри! А, руки классно! Смотри! Сраку иди! А как я буду понимать, что ты говоришь? Срака! Сракоткень! Жапенция. Надо мне, не надо понимать. Жапенция. Ты мне говоришь, ладно, смотреть камеру. Мы вышли за рамки сюжета, неважно. Как я буду понимать? Неважно, неважно, иди. Ну хорошо. Заколебал. Качельки. Странные вещи. Странные, странные вещи. Где я нахожусь? Странные. Странные. Я сыщик. Детектив. Можно так. Расследую убийство. Да, 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 да. Я во дворе. Я сыщик. Да, пускай будет, да. Детектив. 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 Странные вещи. А, это он! Он тут виноват. Странные вещи. Что такое происходит? Я осматриваюсь. Ну, никого нет. Никого нет. Где? Все пропали. Куда? Кинули меня. Ты детектив. Я детектив. Да. Меня все кинули. Так ты детектив, ты расследуешь. Ты такой... У меня нет помощника. Ватсон ушел. Где все? Где Ватсон? Все! А, все ушли? Где все? Пропали? Пропали, все ушли. Куда они пропали? Надо найти, где все? Где все? Где здесь все? Произошло преступление, я сюда пришел, и здесь никого нет. Молодец. Ну понятно, на месте преступления никого не должно быть. В этом городе много детей, детишек. Детей убили. Чего ты это взял? Ну, детская площадка, дети! И чё? Не важно? Ну ладно. Не, тут много детей пропало. Я не понимаю! Пропало, не убили, а просто пропало.
Где? Взорвались! Вам! Где я тут взорвались, показал? Они тут были, а потом они исчезли. Да, пропали. 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 Кто их украл, паскудник? Куда пропали? Я не знаю. Ты сыщик. Не знаю. Сыщик. Ничего не знаю. Ты сыщик. Не-не-не. Расскажи. Что мне делать? Что, куда идти? Сыщик. Шыщик. Не знаю. Шыщик. Не понимаю. Шыщик. Шипишь хорошо, на меня. Хорошо. Развернись. Что ты шипишь? Я повернулся. Страшная правда. Это плохо. Детей не убивали. Нельзя. Детей съедали. Ай-яй-яй. Съедали. Нельзя. Маньяк. Маньяк. Драться. Детектив. Я. Детектив. Кто? Я. Сыщик. Да. Тут дети. Тут никого нет. Дети. Куда они пропали? Детская площадка. Детская площадка. Они пропали, в дома забежали. Детская площадка. Детская. Игрушки оставили и ушли. Дети. 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 Их съели. Маньяк. Маньяк. Плохие дети. Нет. Школьники. Майнкрафтеры. Маньяк. Пацаны. Маньяк. Пацан. Маньяк. Убийца. Убийца. Кто? Маньяк. Где? Ребенок убийца. Нет. Маньяк. Панзар. Маньяк. Ага. Маньяк. Маня. Маньяк. Маня. Маньяк. Маша. Маньяк. Какая Маша? Маньяк. What's up? Убийца. 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 Маньяк. Пожар. Охренеть, у него прям синонимы. Убийца, пожар. Маньяк. Я слышу панзар. Нож. Кто? Кто? Убийца. Маньяк. Негодяй. Як, маньяк. Мёрдер. Именно убийца. Маньяк. Маньячина. Маньяк. Маньяк. А, маньяк. А я слышу пожар, панзар. Пожар. Но маньяк необычный маньяк, странный. Нельзя. Странный маньяк. Убивать плохо. В тюрьму сядет. Так он не убивал, он просто... Я его поймаю. Он заживо съедал. Я не понимаю. Убийца? Я жру. Я его съем. Он съел кого-то. Он каннибал. Детей. Он съел. Я не знаю, где он. Съел. Где? Взял. Дети взял. А, он у меня в желудке. Детей он съел! Маньяк! Не-не-не! Съел! Я не понимаю, что это значит, где связь? Он кого-то убил, потом съел. Не убивал, а просто съел. А, он вначале съел, потом убил? Нет, он просто съел. 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 Он ест детей. Он ест детей. Да. Ты это, да? Ты это услышал? Он ест детей. Он ест детей. Молодец. И я знаю, кто это, хоть я не сыщу. Темно стало, мне страшно. Включи день. Включи день, да. Хорошо. Пока он включает день, я вам скажу то, что кто не смотрел предыдущую серию, где Евгений был кем-то другим, я вам скажу то, что вот сверху, вот там сверху высвечивается, вот, да. Вот там сверху подсказка. Он все видит. Там подсказка высвечивается. Нажимайте туда и смотрите предыдущую серию, там. Жи. Нажимайте. Жи. Я знаю, кто это был. Капец просто. Ты меня убьешь. Маньяк. Я убил кого-то. Я не понимаю. Маньяк. Убийца. Да. Съел маньяк. Детей. Убил детей. Сожрал. Съел. Каннибал. Да. Он сожрал детей. Кто он? Кто он? А, кто? Я знаю. Ты. Нет. Я знаю. Я. Я знаю. Я знаю, кто. Я убил всех. Я убийца. Я на себя показываю, как я... Ты. Ты показываешь на себя! Господи! Я не понимаю! Господи, помилуй, за что ты мне дал такого друга? Боженька, спаси, помоги! Убей меня, маньяк, сожри меня, я не убил. Хочу с ним дружить, я не хочу с ним дружить! Капец, жесть! Вот это интрига! Я был сыщиком, а теперь я убийца! Я не понимаю, что происходит? Убийца-пельмень! Убийца? Убийца, я! Нет! Я. А кто? Пельмень! Ни хрена, а тут с первого раза услышал. Ты сказал пельмень. Как ты это услышал?
Да? Как ты это услышал? Я реально сказал, пельмень. Ты все слышишь. Я никогда не слышу. Читер. Ничего не слышу. Читер. Я клянусь, не слышу. Читерюга. А, пельмень-убийца. Читер все слышал. Да? Ты читеришь. Я ничего не слышу. Читер. Я тебя клянусь, не слышу. Пельмень-убийца. Пельмень-убийца. Маньяк. Маньяк. Вот падла. Маньяк. Игорь. Маньяк. Пельмень. Убийца. Убийца. Маньячина проклятый. Где дети? Я настоящий сыщик. Да, хреновый, конечно. Всех обманул. Где дети? А? Где дети? Где дети? Не двигать. Где дети? Где дети? Дети где? Дети. Где? Дети. Где он? Дети. Надо найти детей. Где пельмень? Дети. 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 Он тут. Дети. Стой на месте, я тебе ради Его бога, на месте помогите мне. Он скрылся. Дети. Дети, дети. А, он съел детей. Где дети? Где он? Дети. Детишки. Есть. Ребятишки. Дети, дети, мать твою, много дети. Детей. Где они? Где? Нету. Где? Ты спрашиваешь, где? Да. Откуда я знаю, где? Надо найти. И где искать? Да. Хорошо, я ищу детей. Вот, это ребенок? Это последняя серия, которую я с ним записываю с импровизации. Это просто... Сейчас! Убейте меня. Ты... Тут нет никого! Иди ты меня обманул! А, они, может, тут? Я сейчас сам маньяком встану и убью его. А! Вот он! Нашел! Пельмень! Пельмень! Ах ты ж падла жирная! Пельмень! Ты смотри, он детей ест! Пельмень! Он хейтеров съел! Детей. Пельмень! Молодец! Нет, ни хрена. Хейтеров съел! Он убийца! Убил хейтеров! Он убийца! Он убийца! Убил хейтеров! Нет, он убийца! Нормально! Охренеть, детектив! Красава, пельмень! Тебя тоже посадят нахрен! Кого? Тебя посадят! Тебя! Меня посадят? Да! За что ты меня? Ты с ним сотрудничаешь! Это он убил! Ты с ним сотрудничаешь! Я его должен посадить! И тебя тоже нахрен Я посадят! Я должен выполнить свой долг! Смотри! Он... Он съел детей. Детей. Хейтеров. Но я тебе скажу, то, что ты тоже похож на ребенка. Переростка такого, знаете? И он хочет тебя... Если ты меня опять обзываешь, то это все тоже неправда. Не-не-не. Он хочет тебя съесть. Я не лысая карлица. Нет! Да воросы тупые! Он хочет тебя съесть. Он падла. Сраку откусить тебя. Почему меня посадят? Сапану тебя за яшку. Я не понимаю, что это значит. Храпс. Ну это хочется, что ты жрёшь микрофон. Щеку он тебе откусит. Ты сам людоед сраный. Он... Это невкусно, фу. Он тебе щеку откусит. Он меня съест. Сраку разорвет. А я-то что? Хапанет тебя, как злая собака. Я не понимаю. Палец на ноге как откусит. По одному слову. Он тебя съест. А все надо? Да. Да. Он тебя съест, он пельмень, он всех ест. Вот тут слишком много слов, не понимаю. Убегай нахрен! Опасно тут находиться! Опасно! Денджер, денджер! Уходи, уходи! Денджер, денджер, свали! Он тебя, он сраку откусит! Откусит сраку, отвечаю! Сраку! Он тебе сраку откусит! Сраку откусит! Сердечко! Игорь! Игорь! Он тебе сраку откусит! Да? Он гей! Не, я не знаю, Игорь! Я не понимаю! Ты чё скрывал? Реально гей? А? Да? Не знаю. То есть... Нет, ты показал вот так вот! Всё стало на свои места! А вы это скрывали, да? Я не гей! Это он гей! Господи! Никто не гей! Забыли про это! Всё стало на свои места! Ладно. Снимай наушники. Снимай. Я не хочу снимать наушники. Я лучше так посижу. Я не хочу все это слышать. Снимай наушники. Нет, мне и так нормально. У меня тут музычка играет. Они такое скрывали. Снимай наушники. Нет. Ну сними, ну пожалуйста. Мне и так нормально. Да сними. Не, не хочу. Ну сними. Давай без этого обойдемся. Ну сними наушники. Давай, мы договоримся. Ну? Ты это все удаляешь, никто ничего не увидит. Ну хорошо, ладно, я снимаю.
Ты мне показал вот так вот, сердечко. Я думал, ну все, раз сердечко, значит Игорь гей. Дождь пошел, понимаешь, дождь. Я даже не знаю, как это комментировать. Что произошло? Зачем вы это скрывали с Игорем? Ничего мы не скрывали. У Игоря девушка есть. Прикрытие. А, ну да, ну да. Ты понимаешь, он маньяк. Ну маньяк, он съел детей. А ты потом пришел такой, он хороший человек. Я думал, тебя тоже нахрен посадить нужно. Так он хейтеров съел. Он, детишки, обычные детишки. Я говорю, хейтер? Нет, да. Это не хейтер. А ты говорил, да, ты меня обманул. Говорил, да, а потом мне сказал то, что ты тоже похож на ребенка, и он тебя сейчас съест. Срак у тебя откусит. Не надо. А вы потом признались то, что... Господи. Это неправда, это все ложь и провокация. Меня подставили. Я не хочу в этом участвовать, поэтому я буду заканчивать эту серию. Так, меня подставили, я требую объяснений. Это все неправда. Все ложь. Все, это капут. Ребят, я вам предлагаю поставить лайкусики и еще сходить к Евгению, потому что я, конечно, там не был таким жестоким и такую тайну. У тебя там хуже, честно. Такую тайну. Хуже? Ну, вообще, пипец. Ну хорошо, посмотрим. Да. Сходите, посмотрите, что я там делал, потому что я еще сам не знаю, я сейчас только пойду. И ставьте лайки. У меня стресс, у меня шок, мне кажется, у вас так же. Ты же делаешь неправильно. Уходи с моей комнаты. Одумайся.